блин, все. Драйвер YouTube, да, драйвер лайф. Слушай, если машину взять, где побольше эта площадь, можно сидеть там, заниматься этим, да? Бам! Минус забор, минус то, минус все. Ты что там, в 4К что ли записывал? Большинство народа, даже телевизора нету, чтобы в 4К смотреть, воспроизводить и так далее. То есть смысла нету в 4К засорять канал, засорять серваки. Это же тоже непросто. Тут, блин, жесткий диск, 4 терабайта, не знаешь, как себе родить. О, Миша на цивике ушел. Обалдеть. В один прекрасный момент уже... Ах, в этот... Врезался! Нет! Блин! Я тебя поправил маленько. Вот, смотри, я спереди видал, на бампере тоже наклеил. Вот, я на эту тачку сейчас, она у меня темного цвета, я на нее наклейки сейчас наштампую. Я от бабушки, говорит, ушел, я от дедушки ушел. Какую психушку? Вы что, угораете, что ли? Я уже чувствую, как он на кнопке жмет на геймпаде. А, у него... прилетел! Охренеть! Вот... Я же говорю, ты посмотри на это, шо, надо не забыть с этого стрелять, шортс надо делать здесь. А, блин, перелетел, хотел, срезал, да? Это внедорожник, говорит. Я еду там, где нет асфальта. Там, где волки, как их боятся. Все правильно. Пару раз сморожу, врезался куда-нибудь, и все, и ну, Миша сверху у меня так, уии, летучий голландец. Ну, обогнал, я уже ждал, сейчас думаю, что-то будет там, да, точно такой, летит, блин. Фига ты там жмешь на геймпад, аж прям слышно его этот. Пар секунден шпете. Блин, давай. Офигеть, фу, стрела. Ну вот если у тебя 60 FPS, вот эти VR на PlayStation, второй VR одеть, это будет кайф. Это прям, ты там находишься внутри, это... А чё, Форд, да? Да. У него ещё старый Мустанг. Да, ну мы что-то прям сразу уехали, да? Не, давай поменяем машину, а то чё-то, я не знаю, чё я так привык к скорости, я за этой тачкой я усну сейчас. Да вообще! Смотри, у них 400 плюс. У одного, да, только у одного. Так, чё надо, выйти отсюда, вагон C. Сейчас я поменяюсь. Ой, меня ещё и сфотали, быстро ехал, поворот. Внимание, внимание, вы превысили скорость, заплатите за превышение в следующей кассе. А, Миша, у тебя дублирование голоса идет в игре Need for Speed. Там звук выключи, пожалуйста, я увидел косяк. Не, нашел. Потому что когда я говорю, загорается мое имя. Когда ты говоришь, загорается твое имя. Алло? Во! Еще раз. Алло? Перфект. Все, отлично. Все, теперь ты говоришь и нормально, не троится, не двоится. Целый час я мучился, думал, у меня крыша едет, оказывается, я... в Need for Speed звук включен был. Ну ты даешь! Раз, два, вот заправка здесь, кстати, вон сверху есть какой-то гусь. Мне два бургера и картошку без майонеза. Тут. Ой-ой-ой, извиняюсь. На клавиатуре чуть тяжелее, последний раз пробовал тоже, блин. Ну, можно, но... Можно, но надо потихоньку, прям... Такое, как сказать, чувство надо такое, да? Кнопочку чуть-чуть нажал, отпустил. Во! Вот это я гонка! Блин! Нет! Блин, я улетел под мост. Молодец! Dodge Viper на первом месте стоит. Ну, посмотрим, насколько у него мотор-то. Тоже хочу Viper. А вот, как раз с нами Mustang это здесь. 160, который, да? Видал? Да. Так, ну что, на этой прекрасной ноте всем говорю благодарю за то, что смог находиться на трансляции. Мы сегодня с Мишей гоняли опять. Да, первый стримчик что-то у нас слабенько получилось, что-то там не хватало, что-то тормозило. Миша, спасибо тебе за коллабчик. Обязательно сделаем еще. Всего хорошего!